Всем привет! Я хотел рассказать, как обрезать видео по краям в программе Adobe Premiere. Для этого мы загружаем наш видеофайл в программу. Далее находим в видеоэффектах вкладку Transform, Crop, в окошке Effect Controls. Вот мы видим Crop. Нажимаем. Как видите, справа появилась у нас рамочка. Эту рамочку мы можем двигать. Вправо, влево, вверх, вниз. Соответственно, обрезая видео, как нам нужно. Если мы раскроем эту вкладочку, то мы видим параметры. Left, top, right, bottom. И вот, соответственно, мы можем таким образом обрезать. Вот, как видите, идет обрезка влево. Топ снизу. Справа. И вот сверху. И вот так, таким образом обрезаем видео, мы сохраняем. Вот. Таким образом можно обрезать видео по краям. Желаю вам всем удачи. Всем пока.